Значит, сейчас пьеса, которая будет исполнена, она как раз и является одной из иллюстраций смешения музыкальных традиций и смешения музыкального языка. Вот. В этой пьесе принимает участие камерный ансамбль под руководством Юрия Шалыта и музыканты, члены ансамбля «Популярная механика», члены Ленинградского рок-клуба и также группы «Кино». Вот. Я думаю, что мы попробуем сыграть вам эту пьесу.
Thank you.